В 1864 году президент Соединенных Штатов Линкольн пригласил в Вашингтон вождя племени чиенов Черного Котла. Этот торжественный прием закончился вручением вождю индейцев Звездного Знамени Америки и подписанием договора. Президент обещал, что пока Звездное Знамя развивается над вигвамами индейцев, их не тронет ни один американский солдат. Племя чиенов поселилось на берегах реки Санкт-Крик в Колорадо. Доверяя великому белому отцу, чиены жили спокойно, не выставляя сторожевых постов. Американцы грубо нарушили договор, устроив жестокую резню. Оставшиеся в живых чиены ушли на север, но американские войска продолжали их преследовать. В это время в штате Монтана были найдены новые месторождения золота. Толпы золотоискателей ринулись через земли чиенов. Американцы спешно начали строить дорогу в Монтану с укрепленными фортами, снова нарушив договор. Бурый медведь и вождь Красное Облако оба верят бледнолицам. А бурый медведь не подумал о том, что они могут обмануть его доверие. Разве вы забыли, что делают бледнолицы? Не мы пришли в их страну, а они пришли к нам и забирают все, что у нас есть. Белый отец с вами заключил мир? Немного лун сменилось с тех пор, как мы курили у костра трубки мира с бледнолицами. Я и Красный Облак. Вождь Красного Облака в тот же вечер заключил мир с бледнолицами, и теперь его вигвамы находятся под их защитой. У твоего друга нет ружья. Это тебе, держи-ка. Ah!
Это для вас, капитан. Каждый гость получит подарок. Я очень вам благодарен. Есть красивые женщины и те, что хорошо готовят. Так вы, да, сочетаете оба качества. Благодарю. Когда краснокожий и белый человек раскуривают трубку мира, должен появиться дух свободы и мира. Белый человек хочет долговечного мира с индейцами. Краснокожие тоже хотят мира. Хорошо, тогда поговорим об этом. Если вы добровольно не вернетесь, вас заставят. И тогда уже пеняйте на себя. Лучше мы все умрем, но не пойдем на юг. Я не поведу своих братьев вместе с женами и детьми на голодную смерть в ваших резервациях. Я все сказал. Белый отец Вашингтоне повелел нам вернуть вас в ваши резервации, из которых вы сбежали. Передайте вашим людям приказ белого отца из Вашингтона. И я надеюсь, что вы будете благоразумны. Большой вождь бледнолицых. Мы все хотим жить с вами в мире и дружбе. Я говорил вам раньше и могу сейчас повторить. Мы хотим остаться на земле своих отцов на севере. Никогда мы не вернемся на чужой нам юг. Хау, я все сказал. Все время эти разговоры о земле отцов, о родине на севере. Родины для вас не существует. Существует приказ. Возьми ружье. Передай своим бледнолицым братьям, что мы хотим жить с ними в мире. С каких пор грязные индейцы стали требовать? Добрый день, джентльмены. Ну вот вся команда, сэр. Как обещано. Народ все слабосильно, не знает. Удивляюсь просто, как мамаши отпустили их. Правда, чтобы вы не устали, сэр. Тут полный список со всеми их потрохами. Каждый знает, как заработать. Мало кто умеет сберечь. Дик с нами. Он не из дураков, как некоторые. Молодец. Ну, когда начинаем? Я много думал и пришел к выводу, что с краснокожими церемониться не стоит. Очень полюбила тебя. Очень полюбила.
делаете? Здравствуйте. Добрый день. Мисс Кэтрин, я вами восторгаюсь. Вы мой? Вы так великолепно держались вчера там внизу. Я восхищен. Я уверен, через два часа в этих местах не будет в живых ни одного индейца. Тогда нам придется переименовать Blackfields, Blackfields. Мы быстро расправимся с кучкой краснокожих негодяев, которые не соблюдают договор. Вы со мной согласны? Я имею предписание. Там ясно сказано, оружие не применять до 1 февраля. Но, разумеется, если понадобится, всегда готов защитить мирных американских граждан и все средства. Всех перестреляем. Один камень не скатился с горы. Не волнуйтесь, все будет в порядке. У них там может быть часовой. Считайте, что его нет. Сигнал к началу действий. Два выстрела. Эй! Всем ясно? Ясно. Желаю удачи. Thank you.
Ну, что ты там видишь? Надо подойти поближе. Подождем, пока мужчины уедут на охоту. Бизоны вернулись. Бизоны вернулись. Барабаны зовут нас. Мы идем на охоту. Мясо у нас будет, сколько мы захотим. И нам незачем просить помощи у бледнолицых. Ты прекрасная девушка.
Вами находится под защитой. Thank you.
За смерть проворного оленя мы отомстим бледнолицым убийцам. Я буду мстить, бандит, за смерть своих людей. Знаете, отсюда это похоже на каньон. Но сам черт тут накрутил столько ответвлений, что мы с майором год тому назад едва отсюда выбрались. Если ты боишься були, запасись парой чистого белья. И будь проклято это место. Все скорбим. Проворный олень был бесстрашным воином. У нас нет такого оружия, чтобы победить бледнолицах. Их было много, и у всех были ружья. Мое сердце наполняется гневом, когда я думаю о погибшем брате. За смерть проворного оленя мы отомстим бледнолицам. И ты понял, что меня не обойти. Эти проклятые краснокожие не дают нам... Нет, правда. Здоровый как черт. Плечи мог отнять. Но когда увидел на шерифа... Впрочем, как и весь этот краснокожий сброд.
Вот видите, Харинг прислал нам виски, а этот скряга Блейк не хочет отпускать нам в кредит. Да, конечно! Надоели бабы, да. Это хоть пожрать. Как вам могло прийти в голову? И пытали целый год. Эти дикари чуть не замучили бедняк. Пусть расскажет, как ему удалось уйти от них. Да-да, интересно послушать. Друзья, давайте выпьем за его здоровье. Пусть он забудет о всех ужасах, которые испытал. Еще одну. Еще. Держи. Вот теперь хватит. Посмотрите, какой хрень! Свяжите его. Не отходи далеко, если хочешь остаться живым. Глупости. Здесь все спокойно. Так многие говорили, успокоились навсегда. И к тому же еще напасть на деревню. Сейчас вы просите, чтобы армия пришла к вам на помощь. Я не прошу, а требую помощи, лейтенант. Вы меня просто не так поняли. Откуда вас черт принес? Thank you.
Я знаю. Ты... Ты хотел сказать, что любишь меня. Ты прекрасная девушка. Я люблю тебя. Вперед! Отряд, вперед! Вперед!